Два небольших сицилийских острова Лампедуза и Фавиньяна участвуют в инновационном проекте. Здесь создаются энергетические микросети на основе возобновляемых источников энергии и технологий блокчейн. Винченцо живет на популярной у туристов Фавиньяне. Он не только потребляет, но и производит энергию благодаря Блорин, защищенной системе передачи данных между пользователями без посредников, как в случае с криптовалютой. Я часть блокчейна. Я могу отдавать в сеть излишки энергии, которую я произвожу благодаря фотоэлектрическим панелям, а могу поделиться с соседом или другими участниками системы. От этого выигрывают все. Чем больше нас, тем больше мы экономим. Фавиньяна стала микролабораторией для тестирования модели Блорин по производству, совместному использованию и продаже солнечной энергии. 15 частных лиц согласились испытать эту модель, разработанную в 2017 году. Над созданием Блорин трудилась группа исследователей из университета Палермо. Элеонора Рива показала нам прототип, на основе которого был спроектирован счетчик электроэнергии. От потребления до координации с дистрибьюторами энергии. Модель гарантирует мгновенную прозрачность всех процессов. Итак, Блорин — это система управления энергопотреблением. Она измеряет объем электроэнергии, который поступает в домовладение, а также объем электроэнергии, которая передается обратно в сеть. Все эти замеры затем записываются на блокчейн-платформу для регистрации и сертификации. Общий бюджет проекта Блорин составляет почти 2 миллиона евро. Более 86% финансирования поступает из европейских фондов. Остальное предоставили 4 энергетические компании, участвующие в проекте. Благодаря приложению пользователи Блорин в режиме реального времени знают, сколько энергии вырабатывается и сколько требуется сети. И порой она нуждается в их помощи. В некоторых случаях энергия должна поступать не от сети к дому или электрокару, а наоборот. Речь идет об очень коротких отрезках времени, и люди, конечно, не привыкли возвращать энергию. Для этого нам нужны двунаправленные зарядные модули. Из-за формы острова Фавиньяну называют «бабочкой на море». Сегодня она, как и Лампедуза, расправляет крылья на пути к самообеспечению зеленой энергией.